Че ты нашел? Экс. Ага, видится. Черт. Стойте, не подходите. Мистер, я просто направляюсь туда. Сейчас же стойте и не шагу слушайте, больше. Я не хочу никаких проблем. Эй, это последнее предупреждение. Послушайте, вы занимаетесь своими делами, а я занимаюсь своим делом. Хорошего дня, сэр. Эй! Достал. Эй, я это видел. О, черт. Я свидетель этого убийства. Слушай, это просто была самозащита. Это не то, что я видел. Это он начал стрелять в меня. Я пойду и расскажу это властям. Ох, черт бы тебя побрал. Эй, сэр, подождите меня. Отстаньте от меня. Стой. Стоять. Отпусти. Отпусти. Теперь слушай. Я хочу, чтобы ты пообещал мне, что никому не расскажешь об этом. Я ты понял? Я расскажу это шерифу и всем остальным. Нет, не расскажешь про эту чертову душу. Ты будешь висеть из-за этого мистера. И на заметку. Если бы я был таким опасным убийцей... Ты есть? Нет, я не та. Нет, я не убийца. С какой кстати вам объявлять мне, что станете свидетелем того, как я убил кого-то? Ну, потому что мне нужно, чтобы ты знал, что я знал. Я хочу, чтобы ты пообещал мне, что ты никому не расскажешь о том, что произошло. Нет! Слушай, я скажу тебе кое-что, чтобы убедить тебя никому об этом не говорить. Не в вашей жизни, мистер! Эй, я это видел! О, черт! Я скажу шерифу! Подождите! Озвучил Fox Voice.